Видеообзор на костюм, на платье «Черный лебедь». Под видео будет ссылка. Так, значит, сейчас поудобнее возьму. Есть вот такое украшение на обруче. Здесь пух и, ну вот, кружево. Ну, как видите, камушки. Здесь расшито кружево на черном. Такими камушками все расшито. Край обработан кружевом, то есть на коже это будет очень красиво смотреться. Здесь сделано в виде как бы псевдокорсет, но это не корсет, просто визуально сделано вот так вот платье оформлено, как взрослое. Также здесь трехярусная юбочка многослойная, и каждый ярус короче другого. То есть один короче другого. И вот такая вот многослойность получается. Здесь у нас лебяжий пух и перышки. То есть, ну вот периодически они там в пухе встречаются. Также здесь на плече на одном то же самое. Особенность на спинке. У нас, кстати, ткань здесь такая достаточно красивая, парчевая. Жаккардовая. И здесь у нас сделана бретелечка на резиночке для того, чтобы ребенку было удобно, чтобы оно не спадало. То есть, ну, она у нас вот так вот растягивается. Просто молния. И сзади украшена, точнее по бокам украшена перышками. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видеообзоры.